я слепая. Шо? Подожди, я что-то не так прочитала. Походу, ты что-то не так написал. Что ты написал, мне богу, блин? Ну, по-русски пиши. Алло. 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 Как дела? Хорошо, ты как? Тоже хорошо. А. Сколько лет тебе? А сколько мне лет? А-а. Мне 15, а тебе? Мне 20. А ты кто? Подожди. Лаца инопланетянин. Я инопришелянец, да. Я инопришелянец, дикду. Ауала. Я знаю, что ты дикду, а когда я не знала, я вас сразу чувствую. Дом. Ауала. Не важно, что в кармане, главное, что внутри, например, почки. Понял, Дон? Да, да. Так. Самое главное, что понял. А когда мы не поняли, а когда мы не понимали. Даже, даже. Ты с Хаса? Я с НАСА. Удятина. Алло. 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 Привет. Привет. Как справа? Что? Тоже как дела? Шо, как дела? Все нормально. Есть желание развлечься? Нету желания развлекаться, есть желание тебе по лбу дать с ноги. Есть такой вариант? Нет, нет их. Нет, нет и. Украина, здравствуйте. Алло, а вы не подскажете, как прямо проехать? Понятно, короче. Очередной черт, который сидит и молчит в тупую. Как всегда. Или нет уже? Алло. А у тебя сиськи маленькие. Какие же вы все конченые все-таки, ну реально. Конченые. Живи теперь с этим, что ты конченый. Говно. Как можно быть таким говном? Алло. Ты не говно, надеюсь? Чего? Ты не говно? Что значит равно? Что? Что значит равно? Говно. Я не понимаю, что ты говоришь. Какое нахер равно, блин, говно говорю? Пицца. Что такое равно? Говно? Говно от равна. Не понимаю. Привет. Чё ты там за звук? Ты чё, через Android сидишь? Да, драчу. Фу. Фу. Азбеля, фу. Алло. Привет. Привет, наконец-то. Чего? Хороший голос. Как? Что? Как зовут тебя? Меня как зовут? Угу. Угу. У меня необычное имя. Ты будешь, ну, только сразу говорю, не прикалывайся на моем имени, ладно? Хорошо, конечно. Фаина, 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 на, Фаина. Красивое имя, хорошее. Мне ой, нравится. Спасибо большое, вы какой милый. А вас как зовут? Можно на ты? Ой, как тебя зовут? Меня зовут Инал. Пинал? Инал, И. А, Ина, прости, думала, Пинал. Случайно просто. Извини, пожалуйста. Нормально. Мне нравится все, что у меня вора девочки. Ага. Сколько лет? 27. Голос красивый у вас. Тебе тоже очень. Спасибо. Кто по нации? Абхаз. Ой, хорош. Глаза голубые? Нет, карие. Ну, нормально, тоже пойдет. Сколько лет, говоришь? 27. Ага, хорошо. Вот откуда? Я с Белоруссии. Mm-hmm. Mm-hmm.
Классно. С Беларуси редко встречаются здесь. А этот, а сабасаранские ковры вообще почем там у вас? Саранские ковры? Табасаранские, какие саранские? Табасаранские ковры у вас почем? Честно, не сориентирую вообще. Я в этом не особо шарю. Блин, просто мне табасаранские ковры надо в коридор. Не могу нигде найти. Думаю, может, в Абхазию поехать ради ковров. Можно. Приезжай. Что ты там делаешь на компьютере? В смысле? Что там делаешь? Тыкаешь мышку свою. Это приятное, мягкое, поэтому тыкаю. Хомяка случайно не тыкаешь? Mm-mm. Если в Абхазию поехать за коврами, на них смогу прилететь? Не знаю, если они только будут летать. Ты будешь моим Аладдином тогда. Аладдином? Или джином? Не, джины неинтересны. Ты чё, жену ищешь? Просто я мужа ищу. Достойного, который мне вот прям всю жизнь меня будет на руках носить, понял? Будет меня просто оберегать, уважать, ценить, машину покупать, маникюр, бабки на маникюр давать. Ну, короче, ну ты понял. Он такой муж-муж. Коври будет дарить, а я буду чисто уборку дома делать, еду готовить. Ты будешь чисто хозяюшкой, короче, да, Би? Ага. А все, чтобы остальное на нем было, да? Угу. Подскажи в магазин нижнего белья, вот, а то мою надоело мои носить уже. Что еще раз? Ты что, не слышишь? Нет, повтори, пожалуйста. Я говорю, блин, уже русский язык ушел. Короче, мне нужен магазин белья. Uh-huh. Вот, постельного. А то мой надоело вот мое белье носить уже, понял? Вот я хочу. А-а-а. Так вот. Постельное белье? Да, да. Белье? Да, нижнее. Ну, под низ, значит, который стелят. Так постельное или нижнее белье? Ну, нижнее ты говоришь. Постель. Короче, постель вниз. Ну, короче, ты понял. Короче, для постели белье. Да, постельное нижнее белье. Ну, смотри, нижнее белье — это совсем другое. Постельное белье — это совсем другое. А, да, блин, ну как сказать, я уже не знаю. Пью, запутал ты меня, аж сама запуталась. Нижнее белье — это то, что ты на себя одеваешь. А постельное белье — это на что ты ложишься. На чем укрываешься. Ну просто мой бывший тоже мое одевал, вот. Хочу новое купить. На кровать натягивает 24/7, вот. Думаю, поменять новую купить, не знаю, где найти. Так закажи. Где? Не знаю, Озон, ВБ. У нас нет ВБ в Беларуси. А что есть? У нас только рынок, садовод. А,